В общем, мы нашли жилье. Мы уже расплатились. Осваиваем его здесь. Так, маленький обзорчик. У нас здесь дворик только наш. Кроме нас здесь никого не будет. Тут два стола во дворе. И мы поедем на юг. Так, подожди, Снежок. Сейчас здесь покажу. Значит, нам дали поручение небольшое. Мы будем тут поливать виноград. Вот тут розы у них поливать надо. Здесь вот санузлы. Там унитаз и душ. Душ летний, который вот наверху бочка. Ну вот мальчишки у меня, например, нормально к этому относятся. Вода такая нагревается, что иногда разбавлять нужно. Так, потом. Это дача. Поэтому здесь таких требований, как к квартире, например, мы предъявить не можем. Но у нас здесь есть стиралка. Вот мы ее сейчас запустили почистить. Плита электрическая, чайник, телевизор. Мы сейчас включали, он работает. Но мы его так особо-то и не смотрим. А, посуда, минимальный набор есть. Нам еще две кастрюли подвезут. Шампуры для мангала. Здесь вот так две кроватки. Ну, как в пионерском лагере, но все удобства есть. Тут вот еще один топчанчик. Ой, что-то мутно как снимает. Ага. Вот. Миша у нас тут уже уселся за компьютер. Миша, закрывай компьютер. Тебе холодильник мыть надо. Сейчас мы поедем с продуктами, пока Миша холодильник намывает. Всем привет. Так, и вот такая еще спаленка. Тут одна большая кровать, одна маленькая. Еще один санузел. Тоже все простенько. Там тоже туалет. Да, там душ, тут унитаз. Тут кровать. Конечно, не шикарный ремонт, но... В общем, за это мы заплатили 2000 в сутки. Нас это очень устроило. Потому что то, что нам предлагали, 6-5 в сутки. Я, конечно, понимаю, может быть, там ремонт какой-то, но... Нафига он нам нужен-то, ремонт? Мы же на море приехали. Здесь все чистенько, аккуратненько. Мы еще сейчас все помоем дополнительно. Море тут у нас. Мы еще не ходили, не смотрели. Но сказали, что... Что-то около километра. Но километр не по городскому тротуару, а по сельской дорожке. В общем, посмотрим, как. Что нам километр? Что нам километр? В общем, устраиваемся мы.